Давайте поприветствуем нашего уважаемого председателя горячими аплодисментами. От всей души давайте поприветствуем. Похоже, что теперь корона немножечко отступила. Здесь можно собрать 7 тысяч человек, но сейчас нет ни одного свободного места. Все переполнено. Мы сейчас проводим мероприятия не только здесь, в Урот-холле, но даже в Сувоне. Сейчас больше 2000 человек. Давайте покажем. Вот, поприветствуем. Также в Сеуле тоже Докей. Давайте тоже покажем. Вон как много людей. В Тегу. Да, и в Тегу столько людей. Как вы видите, сейчас так много. В каждом городе так много. И, к счастью, сейчас уже все ограничения, связанные с пандемией, немножечко ослабились, поэтому очень многие люди приехали к нам из других стран. Вот, смотрите, из Тайваня. Даджахао. Из Малайзии. Нет? Малайзия. Здравствуйте. Камбоджа. Очень приятно. Спасибо, что приехали. Еще откуда? Таиланд. Вон сколько из Таиланда. Очень приятно. К счастью, сейчас все ограничения, которые были связаны с пандемией, сейчас очень сильно ослабляются. Поэтому похоже, что перед нами открывается шанс вернуться опять в прежние времена. О, Монголия! Из Монголии приехали тоже, замечательно. Да, я знаю, что еще из многих стран приехали, здорово. Поскольку сейчас небо наконец-таки открыли, у меня тоже планы сейчас в течение 3 недель поехать в Америку. И когда я поеду, один какой-то день будет проводиться семинар, потом чтение Евангелия, потом будем ехать в другой город и переезд. Потом, когда мы съездим в Америку, получается, приедем, после этого я планирую поехать в Тайвань, потом в Малайзию. Вот у меня как много планов. Также наши уважаемые лидеры, у нас, получается, будет отдельная команда. Например, будет команда из Crown и Royal мастеров, и сейлс мастеров, из мастеров по продажам и стар мастерам. И теперь мы, наверное, будем распределять так, чтобы вместе с Imperial мастерами тоже вы ездили по всему миру. И думаю, будет хорошо, если вы тоже будете делиться планами. И так здорово, что сегодня мы видим, как много новых
людей, которые, новых участников, которые получили новый статус. Это здорово. И мы понимаем, что все они достигли успеха, потому что у них были люди, которых они любят. От всей души поздравляю. И также есть один человек, который не очень хорошо говорит по-корейски, но приехал в Корею из Тайвань, но потом поехал в другую страну, в Тайвань. И тем не менее получилось найти. Получилось создать нового партнера. И я бы хотел посоветовать нашей молодежи выезжать за границу. Сейчас по всему миру, сейчас волна Кореи, поэтому куда бы вы ни поехали, не беспокойтесь. Корею сейчас любят везде, поэтому просто наберитесь уверенности в себе и поезжайте. Даже если вы не владеете хорошо языком, не беспокойтесь, я уверен, что все получится. Вот вы знаете, у нас есть Ким Пун Су Краун Мастер. Получилось, что только с базой начальной школы, но вслед за младшими поехали в Америку. Но поскольку знает корейский язык, пошел и нашел объявление, где написано на корейском языке что-то, и решил, что раз там есть объявление на корейском, значит, наверное, владеют корейским тоже. Поэтому пошел туда и стал рассказывать про Атоми. И в первом же семинаре более 15 человек, которые этот человек нашел, пришли участвовать, просто за ним последовая. И он просто продолжал рассказывать про Атоми. И когда говорит, хотя бы послушайте один раз. И теперь этот человек стал краун-мастером. И если и с такой страстью, как вы думаете, насколько сильно продвинулось, насколько сильно распространилось влияние? Сейчас в каждой стране есть участники. И откуда идет влияние Атоми? Из продукта. И поскольку вы все равно будете использовать этот продукт, просто поверьте, что здесь настолько хорошее качество, что можно с уверенностью советовать этот продукт другим. Раньше было так, что когда пользовались какими-то другими продукциями других компаний, им приходилось сталкиваться с многоуровневой системой, и было очень много сложностей, потому что качество тоже не очень хорошее, поэтому не очень удобно было об этом рассказывать. Поэтому нужно было всегда смотреть, хорошее ли качество у продукции, достаточно ли резонная цена. Поэтому, если вы сами посмотрите на продукцию, когда вы видите соотношение цены и качества, и вы понимаете, что да, нужно этой продукцией пользоваться и дальше, всю жизнь. Конечно, бывает, что конечно, бывает такое, что у человека нет никакого выбора, кроме как заниматься бизнесом Атоми. Потому что бывает такое, что если нет никакого таланта, то никуда не устроиться. Но особенно если человеку уже где-то 40 или 50 лет, или даже больше,
нет начального капитала, нет денег на то, чтобы начать какой-то бизнес. И от страха не получается заниматься ничем. И бывает такое, что не получается просто заниматься бизнесом. Нет ни начального капитала, нет никаких талантов, чтобы заниматься каким-то бизнесом. И потом, сколько ни пытаешься заниматься чем-то или даже работать, понимаешь, что к старости не готов. Нет никакой базы. И понимаешь, что тогда, что такого инструмента, как Atomy, просто нет. Конечно, постарайтесь не думать об этом слишком сложно. Хотя вы просто попробуйте продукцию. Поймите, насколько хорошее качество. Например, как косметика Абсолют. Вы видели, какую награду получил этот продукт? Ни один продукт во всем мире не получил эту достойную награду. Вы знаете, что это за награда короля Саджона? Чтобы получить такую награду, нужно, чтобы очень большое количество этой продукции было зарегистрировано. Даже у полупроводников не получается такого. Как вы думаете, где больше всего зарегистрировано продукции? Сейчас Корея, можно сказать, что самая высокотехнологичная страна, которая обладает самыми лучшими технологиями. И даже среди всей этой продукции, среди всей разнообразия конкуренции, именно наша продукция Atomy получает такую награду. Насколько это замечательно. То есть тут такое качество, что и такая технология, что здесь должна быть цена не $100 за продукт, а несколько тысяч долларов. Как вы видите, это такая продукция, которую, когда вы хотя бы один раз даже используете, вы захотите всю жизнь пользоваться ей. И если вы расскажете, побольше изучите про продукт и попробуйте об этом рассказать другим людям, вы поймете, насколько люди загорятся этой идеей и тоже начнут пользоваться. Вам достаточно просто быть откровенным и искренним, когда вы говорите о продукции. Если вы любите какой-то продукт, и если вам действительно наслаждаетесь тем, что вы его используете, и считаете, что этот продукт хороший и дешевый, то вы и сами с удовольствием будете про него рассказывать. И даже если тот человек, с которым вы разговариваете, на данный момент не знает об этой продукции, вы сможете о ней рассказать и вдохновить. И когда вы рассказываете о статусах, какие статусы бывают, Imperial Master, Crown Master, вам достаточно просто посмотреть на выражение лица собеседника. Особенно, если вы захотите кому-то отомстить, вам достаточно просто посмотреть на этого человека. Знаете, какой способ отомстить? Просто расскажите о том, какие статусы бывают, и достигните успеха. И знаете, что будет еще лучше? Достигнуть успеха, а потом подойти к этому человеку, взять его за руку и помочь ему тоже добиться успеха. И при этом сказать, что
Это вы хорошо работали, поэтому вы достигли этого места. Не благодаря мне, а благодаря вашей успешной работе. Тогда насколько вы будете выглядеть высоко в его глазах? Вы только подумайте. Есть тоже один человек, который все время складывал в себя полномочия, говорил, что не хочет делать ничего. И все время был не уверен, когда водил, когда что-то вел машину. И не надо говорить, что вы, например, допустим, чуть-чуть больше преуспели и оглядываетесь и говорите, что ага, вы вот там едете как попало, да, я вот теперь зато стал председателем. Не надо мелко мстить. Попытайтесь преодолеть свою обиду, достигнуть успеха, подняться на эту сцену и показать, насколько успешным человеком вы стали. И вы поймете, что как только вы подниметесь над другими людьми, как только вы достигнете определенного уровня дохода, вы поймете, что все остальное просто не важно. И сейчас Атоми, она с бешеной скоростью идет к тому, чтобы стать первым бизнесом, первым местом во всем мире. Сейчас Атоми пришла в позицию большой десятки. И получается, сейчас Атоми — это прекрасная компания, которая представляет Корею и становится практически номер один. Недавно к нам приехал тоже еще один представитель из АСЕАН. И он приехал даже к нам домой, я его приглашал. И мы стали разговаривать, и он тоже понял, что мы действительно занимаемся очень важным делом. И поэтому, уважаемые дамы и господа, вы понимаете, что сейчас технологии с бешеной скоростью развиваются, и дальше будет еще лучше. Ведь сейчас практически все перешло на автоматизацию. В наших заводах тоже практически нет людей. Поэтому, к сожалению, все меньше и больше, меньше рабочих мест становится. И когда вмешивается, получается, искусственный интеллект, все делают компьютеры. И таким образом, наша компания тоже, это компания, которая, в которой все автоматизировано. Поэтому можно сказать, что где-то 5-6 человек занимаются управлением продаж, которые составляют практически миллион долларов. И что это, о чем это говорит? Что наша компания становится все более и более развитой. И все лучше и лучше. И получается, что компания становится все более и более передовой. И если вы тоже станете более активными, то вы в какой-то момент вы поймете, что ваша организация, она тоже не базируется только в Корее. Вы рассказываете о своей, о продукции и этим людям, и тем людям, и вы понимаете, что у вас практически в каждой стране есть человек, который
с вами работает, то есть ваш партнер. И получается, что у вас по всему миру появляются партнеры. И особенно, если вы решите, практически каждый месяц решите кому-то помогать, то вы поймете, что будет все лучше и лучше. Работаете. Как-то один из наших партнеров тоже поехал в Америку, приехал и выяснилось, что этот человек — это его партнер. Как так получилось? Они случайно встретились, и выяснилось, что знакомый знакомому оказался его партнером. То есть он совершенно случайно встретил своего партнера в Америке. То есть поехал совсем на другой континент, и тут раз и встретил своего партнера. И когда он понял, что на его счет стали поступать достаточно большие деньги, он понял, что да, это действительно стоит того, чтобы начать заниматься этим. Попробуйте сами начать какой-то бизнес. Насколько это тяжело. Нужно сначала придумать, чем вы будете заниматься. Потом надо управлять складом, потом управлять людьми, управлять выручкой. Насколько много всего вам нужно делать. Но в Атоме за вас это уже все делают. Вам достаточно просто рассказывать о продукции, о том, что такая продукция есть, и о качестве. И опять же, ваши не заставляют с самого начала только этим и заниматься. Даже если вы... И потом здесь настолько хорошая система, что у вас не будет убытка. То есть получается, вы... Если чем больше вы об этом думаете, вы поймете, что это очень эффективная и выгодная система. Скажите, пожалуйста, вот слушая это, не хотите ли вы сразу же этим заниматься? И если вы сразу об этом думаете, что хотите этим заниматься, то, наверное, сразу хочется пойти и всех привлечь тоже. И рассказать, что у меня вот такая вот, такой вот интересный бизнес, я хочу вас привлечь, и давайте вместе этим заниматься. Вам достаточно делать только это и это. Потому что, например, если вы встретите доктора, да, и вы говорите, вот, целый день в такой каморке сидите в своем маленьком кабинете, а я вот занимаюсь Атоме. Вы знаете, какие замечательные перспективы открываются? Вы же, наверное, целый день работаете, даже не можете никуда поехать за границу. И если вы будете достаточно верить в свою продукцию, достаточно будете верить в Атоме, вы сможете так сказать. Если вы не знаете достаточно о том, и не знаете продукции и правил, поэтому вам кажется, что что-то еще не знаете, что может быть тяжело. Боитесь выступить перед людьми, боитесь потерпеть отказ. Это все потому, что вы не знаете о том в достаточной мере. Если бы вы знали о Томе хорошо, то вы поймете, что вы можете сделать все с помощью этого инструмента. Ведь здесь настолько хорошая система. И доставку осуществляют, и управляют. И получается, вам ничего особенно делать не надо, вы уже становитесь директором. Те, кто понимают это в достаточной мере,
они становятся успешными. Сейчас Атоми практически в каждой стране получает похвалу. Вы знаете, что в Китае тоже очень сильная конкуренция. Но при этом Atomy China была сертифицирована как компания электронной коммерции для ключевого развития. До такой степени мы пользуемся доверием. Поэтому, даже если вы едете за границу, вы знаете, кстати, что Atomy получила награду президента? И мне даже вручили грамоту. То, что другие еще ни разу не получали. То есть благодаря очень многим я, получается, получил даже награду от президента. И я настолько был счастлив, что я понял, что я еще больше хочу работать. И таким образом у вас есть несколько способов преуспеть. Если вы введете в YouTube Imperial Master, то там будет столько лекций, то есть вы можете просто целый день только слушать и слышать. И сколько вам нужно слушать? Вам нужно слушать до того момента, пока вы не обретете такую уверенность в себе, что будете сами очень уверенно говорить речи. Пока вы не поймете, что вы настолько уверены в себе, что вы можете сами говорить и толкать речи, просто слушайте. И когда вы, допустим, послушали, но у вас изо рта не льется речь уверенно, это значит, что вы недостаточно слушали. Слушайте. Или просто вы еще не раскрыли уши достаточно. Если вы будете стараться, если вы будете идти вперед, на самом деле здесь настолько хорошая система, здесь действительно очень все продумано. Вы знаете, да, что сейчас создается даже бизнес-школа Atomy? Знаете, насколько много работают наши сотрудники, чтобы создать для вас бизнес, которым вам будет комфортно. И мы все сделали. То есть мы для вас все подготовили. Теперь ваша задача просто заниматься, учить про Atomy. Вы сейчас можете где угодно просто учить про Atomy. Вы можете даже через интернет заниматься. Сейчас настолько хорошо развита система. И если вы спрашиваете, например, у спонсора, и он не дает вам внятный ответ, то не говорите, все, я тогда не буду этим заниматься. Не делайте так. Поднимитесь на более высокий уровень и работайте на более высоком уровне. И вы поймете, что совсем не сложно заниматься этим делом, этим бизнесом. Просто слушайте, пока речь сама не начнет литься через ваш рот. И если вы достаточно послушаете, если вы достаточно будете заниматься, то вы поймете, что все достаточно легко. Вы знаете, да, что чтобы стать нормальным профессором, обычно люди по 10 лет учатся, занимаются. Но сколько из них хорошо зарабатывают? И потом, сколько они зарабатывают? Даже если у них
7 пядей во лбу, они, ну, если много зарабатывают, то 40-50 тысяч долларов. А у нас что? Вы, даже если вы плохо учились, даже если у вас недостаточно талантов, вы сможете добиться успеха. Вот смотрите. Например, наш Imperial Master, который только выпустился из школы, сколько он сейчас получает? Кто будет, кому она будет завидовать? И я у нее спросил, хотела бы она поменять свою жизнь, поменяться своими местами, допустим, с президентом? Она говорит, нет, ни за что в жизни я не поменяюсь. О чем это говорит? Что Атоми — это действительно замечательная система, которая помогает даже обычным людям добиться успеха. И более того, показать, что... Показать, что успех, он возможен. Также помочь своим близким. Например, послать своих детей в хорошую школу. Или помочь своей племяннице, которая выходит замуж. И, например, когда племянница замуж выходит, вместо того, чтобы дать всего лишь несколько сотен долларов, позвать свою племянницу до свадьбы и сказать, что вот тебе 50 тысяч долларов и счастливо живи. Конечно, это не очень много, но это от чистого сердца. Как вы думаете, если у вас много денег, вы сможете дать столько денег племянникам? Да. И я уверен, что ваша племянница сейчас смотрит это видео и просто верит, что ага, скоро действительно вы преуспеете и подарите такой подарок. Я желаю вам, чтобы вы себе установили цель 100 тысяч долларов в месяц. И тогда вы сможете прыгнуть выше. Если же вы каждый месяц устанавливаете себе цель хотя бы 2000 долларов, то тогда у вас не будет достаточно денег. Вы знаете, чтобы хорошо работать, чтобы хорошо зарабатывать, надо не спать. Надо жить и не спать. 24 часа надо не спать. Если вы будете жить так, что вы себе установите время на еду, если вы установите себе время на сон, то когда вы будете работать? Не надо спать. Просто вы живите, и в какой-то момент вы падаете в обморок. Потом вы поднимаетесь и снова начинаете работать. Те, кто действительно работает, у них от усталости губы лопаются. Вы знаете, что если вы плохо живете, то вы будете ненавидеть всех вокруг. На самом деле, ведь это того не стоит. Скажите, пожалуйста, те, кто добились статуса Imperial Master, что у них там было? Они чего-то добились, потому что родители что-то сделали? Нет, потому что они знали, что только они должны двигаться вперед, и тогда они добьются цели. Просто покажите окружающим людям, что вы станете империал-мастерами. Мечтайте явно, так, чтобы весь ваш вид говорил, что я зарабатываю 100 тысяч долларов в месяц. Но знаете, чтобы так жить, нужна одна вещь. И это мужество. Потому что успешным становится только тот, у кого достаточно смелости, у кого достаточно мужества.
Если вы будете бояться, если вы будете колебаться, ничего не получится. Подумайте, если каждый месяц вам на счет поступает 100 тысяч долларов, если к вам постоянно поступают деньги, как вы думаете, что, как будет меняться ваша жизнь? Конечно, можно подумать, что вероятность того, что вы достигнете успеха, что эта вероятность, она может быть 20%, а может быть и 1%. Но даже когда вам кажется, что вас захлестывает страх, просто прокричите: «Я Imperial Master!» и идите вперед. Когда вы заперты в темной пещере, но где-то далеко виднеется небольшой лучик света, вам кажется, что вам любой ценой нужно вон туда, к этому лучу света. И если вы хотите выжить, вы будете делать все, чтобы дойти до туда, до этого лучика света. И даже если этот лучик света чрезвычайно маленький, вы будете падать, карабкаться, но вставать и идти по направлению к свету. И вы увидите, что луч света постепенно увеличивается, что он становится все больше и больше, что он приближается. И то же самое в жизни. Столько темноты вокруг. Поэтому очень многие люди боятся, колеблются и не идут вперед. И поэтому начинают жизнь неудачников. Если вы хотите достигнуть успеха, не смотрите на темноту, смотрите только на свет и идите вперед. И если вам просто, если даже вы колеблетесь, просто скажите сами себе: почему у меня не получится, у меня еще как получится, и идите вперед. И этот свет покажет вам дорогу. Я желаю вам всем обрести смелость, мужество, смелость добиться успеха.